А что, тоже неплохие номера. Вот в сфере продажи номеров очень многие, собственно говоря, упускаются. Интереснейшее словосочетание «хан». Ну, наверное, если был бы «хан 3 пятерки» или «хан 3 шестерки», хотя это не очень хорошее сочетание, ну, с «ханом» во всяком случае, то, конечно, этот был стоил дорого. О, смотрите, повезло. «Ха» теперь. Вот скажите мне, как вот это происходит? Вот такая вот мистика. И, кстати говоря, узбекский номер, пожалуйста. А там же Узбекистан, это же Хорезм. Территория государства Хорезм, насколько я знаю, и там... Потомок Чингисхана, дорогие мои друзья, Тимучин, Тимерлан, которого в Узбекистане, в Самарканде, была ставка. Вот удивительное дело. А вот там, смотрите, надпись «Немо», капитан Немо, да? Вот какой мы совершенно удивительный символизм имеем. Ладно, подбираюсь я к МКАДу, сейчас направо уйду, еду к себе домой искать 15 тысяч. Стой, у меня 15 тысяч отложены на зубы. Я, главное, что они были в моей книжке в Ширли Джексон. В «Призрак дома на холме». Я пошел в туалет ее читать, выложил эти куда-то 15 тысяч. И все. Потом уехал на дачу. На даче среди вещей я их не нахожу. Вот. Поэтому предстоят серьезные поиски, конечно. В моем нынешнем положении потери 15 тысяч — это дело неприятное, хоть и не смертельное. Поэтому... Не, но я их не потерял, безусловно. То есть когда-то они найдутся. Но лучше, чтобы они нашлись сейчас.